написал вот эту вот фотографию. Вот это есть новое садоводство. Вот. А вот спасибо, вы меня выручили, это я обращаюсь к Немытову, вы меня выручили тем, что дали возможность оправдаться и извиниться. А вот еще одна страница из вашей книги. Она мне очень, как сказать, иногда нам надо, мы сильно увлеклись, забываем про своих любимых. Почему мы дарим подарки любимым только по праздникам? Разве нельзя скрасить и будни каким-нибудь скромным подарком? Захотелось сделать приятное своей самой дорогой, любимой и единственной. Ну что подарить? Конечно же, цветы. Долго бродил по рынку, присматривался. Все не то. Прошел мимо официальных гладиолусов, свадебных лилий. Хотел все это более живого, яркого. Наконец остановился возле одной из старушек. У нее в ведре томились в ожидании покупатель астры. Но какие? Огромные соцветия всех цветов радуги невольно притягивали взгляды и вызывали улыбку. Астра была тесно в ведре, и они списали из него, образуя радужный шар. Подмигивали мне расцветными глазами, кокетничая, заставляя любоваться собой. И я не устоял, купил этих азалис вместе с ведром. Дома прямо с порога подарил это чудо своей самой любимой женщине. Думал, обрадуется, но не на глазах заблестели слезы. Оказывается, они от радости плачут, наши мамы. Вот опять слезы у меня в глазах. Ирина Милюкова. Я никогда не исправляю ошибки орфографические, как есть, так копирую. Если точно сказать, это несколько маленьких садиков из-за наличия территории. Сейчас туда никак не добраться. У нас все сугробы выше меня. Весной, как только распустятся листья, вам все свои мини-сады фото отправлю. И много саженцев у меня разобрали. Правда, они были трехгодичными. У всех саженцев прижились хорошо. Я их учила сажать деревья, точно как вы учите. Спасибо за ценную науку. Вот. Вот я такие письма ценю больше всего. Они мне дают возможность жить дальше. Вот. И продолжение. Сейчас самое время заказов. А, дальше было письмо. А я не все скопировал. Дальше было. А как насчет заказов? Не рано? Я пишу не рано и не поздно. Пришлите фото сразу с комментариями. Дело в том, что я отвечу, сказал, отвечу. Тут нет этих слов, но там было так. Рано или поздно. Итак, если говорить о... надо опять время терять. У меня приготовленные посылки, некоторые уже упаковочки в сырым песке, там по 10 штук, уже начали проклевываться, еще не отправленные. Вот, то есть, получается, чуть ли не поздно. А другие еще и не думают сходить. Разброс большой. Я всегда говорю, ваша задача заказать как можно больше. Почему? Да, у большинства получается достаточно высокая всхожесть, но не стопроцентная. Разброс очень большой. Природа предусмотрела, что семечко даже с одного дерева может проклюнуться в марте, в апреле, в мае, а то еще позже. Почему? Природа... Дерево не знает, что будет дальше. Проклюнулись, ударил мороз, убил. Проходит неделя-две, проклюнулись другие. А этих мороз убил. Проходит неделя-две, ура, настоящее тепло, эти пошли. Она не предусмотрела, чтобы все взошли. Им просто места нет на земле. У нее тысячекратный запас. А нам хочется, что если 100 заказал, чтобы 100 взошли. Поэтому выписывать, конечно, нужно. Чуть-чуть было раньше, у меня начали просыпаться прямо в холодильнике. Вот, я что-то тут где-то одна уже фотография есть, а вдогонку на вебинаре буду прямо так показывать. Вот, что делается. То, что уже придется выбрасывать, к сожалению. Вот. Это касается семян. Ну и, естественно, что это не значит, что все, еще год ждать. Заказывайте, рискуйте. Если там зайдет 50, это что вам не сад? Вот. Ну, что касается черенков. Черенки весенняя нарезка оказались, как 100-рублевые, более дешевые, оказались невероятно популярны.
Вот, и, а их не так много, кстати, потому что это большинство было срезано Сергеем еще до Нового года и мною. Ну, что осталось, то осталось. Кто не успел, тот опоздал. Это что касается черенков. И в апреле начнут просыпаться цветочные почки на абрикосах. Остальные яблони и груши еще будут месяц спать, можно спокойно заказывать, они даже не пошевелятся. Вот. После абрикос сливы, причем именно цветочные почки. Когда вы получите цветочными почками веточку, увидите, что вдруг она начинает чуть ли не зацветать, не бойтесь. Ростовая почка спит и еще долго будет спать. И никогда не надо ни отрывать, ни отрезать. Просто как есть, чуть-чуть наклюнувшимися почками, так и прививайте. Главное успеть до конца сокодвижения.